Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и это третий выпуск подкаста. На прошлой неделе не получилось набрать достаточное количество интересных новостей, но к этой неделе ситуация исправилась. Сразу скажу, я освещаю только те новости, которые лично мне кажутся интересными или важными. Но если что, вы можете смело предлагать свои варианты новостей для подкаста в личных сообщениях в группе ВКонтакте. Ссылку на нее вы, как всегда, найдете в описании. Ну а мы начинаем! И первая новость, как, собственно, и вторая, будут про цензуру игр в Steam. Дело в том, что в последнее время произошли аж целых два случая удаления игр из Steam'а. Если второй я еще как-то могу понять, то первый считаю настоящей цензурой. Прям кровавая гейбня. Тайваньский ужастик Devotion, в который я, кстати, хотел поиграть, был удален из Steam'а за, внимание, оскорбление лидера КНР Си Цзиньпина. В игре был замечен постер оскорбительного содержания, на котором было написано что-то вроде «Си Цзиньпин – идиот Винни-Пуха». Китайцам это не понравилось, и они по классике завалили страницу игры негативными отзывами. Позже игру вовсе удалили. По этому поводу я хочу сказать две вещи. Первое. Насколько же маленький должен быть член, чтобы обижаться на подобное? Второе. Какого хуя игру вообще удаляют? Я в нее играть хотел. Мне срать, какие там обиды у китайских лидеров и их почитателей. Зачем цензурировать контент до такой степени? Разработчики, к слову, удалили из игры этот постер сразу же. Извинились и объяснили, что это была просто заглушка, которую забыли убрать из релиза. А позже появилась информация, что игра была удалена из Steam'а, в том числе из-за технических проблем. Вот только я в этом, если честно, сомневаюсь. Короче, высказываю крайнее неодобрение подобному цензурированию, выражаю Valve свое фи и всячески осуждаю. Про Devotion добавлю, что китайское гейм-сообщество настолько влиятельно, что от игры отказались издатели, трейлеры игры были удалены с Ютуба. Короче, все что-то конкретно засали. Подобное дерьмо я крайне не одобряю, считаю, что от подобных нападок разрабов должны защищать, в том числе и сами геймеры. Я, к примеру, не понимаю, откуда столько шумихи и страдаю от того, что игру удалили, бы я хотел в нее поиграть. Поэтому я выскажусь тут. Я бы все понял, если в игре китайского лидера насиловали бы огромные плюшевые медведи с 30-сантиметровыми пенисами, но ведь там просто был плакат с неудачной шуткой. Шуткой, бляха-муха, запрещайте ее у себя в Китае, это пожалуйста. Но не мешайте другим пользователям играть в то, во что они хотят. Надеюсь, игра вернется в Steam, и нам все же удастся в нее поиграть. Тем не менее, несмотря на все это, есть случаи, когда цензура в Steam'е может быть действительно оправданной. Вторая новость, как вы поняли, снова связана с вопросом цензуры, однако ее применение в данном случае скорее вопрос к обсуждению, нежели осуждения. На прошлой неделе из Steam'а была удалена игра Rape Day, которая являлась визуальной новеллой, где главным героем был насильник. Это все, конечно, ха-ха-ха, феминистский сосад, но тут уже попахивает явным перебором и хождению по грани дозволенного. При этом разработчик сам акцентировал внимание на жестокости своей игры, орал, что он никаких правил не нарушал, это все художественный вымысел и так далее. Сдается мне, тут все не так чисто, игра была вызывающе жестокой. Столько и вульгарный. Посудите сами, разработчик сказал, что, мол, прислушивается к игрокам и убрал из игры сцену с убийством ребенка. Это уже трэш какой-то. Хоть частично я с ним и согласен, есть куча жестоких фильмов, а в играх мы часто делаем то, что в жизни мы никогда делать не будем. Например, убиваем людей. И с каких пор изнасилование стало хуже убийства? С другой, все же вопрос довольно-таки спорный. Стоит ли давать зеленый свет подобным играм, затрагивающим настолько тяжелую тему, как изнасилование? Я решил узнать экспертное мнение у истринского маньяка и грозы женщин Ванилы Вэлла. Здравствуйте, Ванила. Как вы прокомментируете ситуацию с цензурированием подобных игр? Здравствуйте, Артём. Если честно, я понятия не имею, зачем вы меня об этом спрашиваете и рассуждаете на эту тему. Кем вы себя возомнили и для кого вы делаете этот подкаст? У нас в Истре за подобные рассуждения вы бы давно уже получили по лицу, либо вас также изнасиловали. Хотя, если хотите знать чисто мое мнение, однозначного вы ничего не услышите. Никто из нас не хочет, чтобы игры цензурировались слишком сильно, однако, когда разработчик переходит грань, выпуская подобные явно провокационные игры, это тоже нехорошо. Вопрос, где сама грань получается тогда? Разве в играх про изнасилование? Давайте вспомним Postal 2, где мы могли ходить, обоссывать людей и отрубать им головы лопатой. Ну, камон. Короче, все это говоря, это все сложный вопрос, и решать, что тут является верным, уж точно не нам с вами. Так что, спасибо, я пошел. Спасибо, Ванила. Подержу вас в этом высказывании, а выстрою я к вам не ногой. Братва, а как вы считаете, нужно ли контролировать распространение подобных игр, или игроки сами должны понимать, во что им стоит играть, а во что нет? Напишите об этом в комментариях, а мы переходим к следующей новости.
Sekiro Shadows Die Twice от From Software обзавелась новым предрелизным трейлером. В нем мы наконец увидели новых противников, новые локации, а также немного познакомились с сюжетом игры, который, видимо, должен быть более явным и понятным, чем в той же серии Souls. Поделюсь своими мыслями по поводу этой игры. Я являюсь большим поклонником серии Souls и Bloodborne, поэтому надеюсь, что игра продолжит традиции предыдущих игр студии. Однако у меня есть некоторые опасения. Во-первых, издателем этой игры является Activision, известный своей жадностью и любовью к казуальщине. Вроде как они обещали не трогать полет креатива от фромов и не влиять на игру, а остается надеяться, что так оно и будет, и Миядзаки не даст им запустить свои грязные лапы в свой проект. Во-вторых, в игре будет отсутствовать стандартная прокачка персонажа, что настораживает, зато вроде как должно быть древо умений. После серии Souls и Bloodborne все это довольно-таки трудно представить в игре от From Software. В любом случае, игра будет у нас на стримах, мы лично сможем понять, получилось ли у Миядзаки снова создать шедевр для разрыва задницы, или он скатился и оказуалился. Благо, ждать осталось совсем недолго. Ну а на этом все, братва. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь видосом с друзьями и подписывайтесь на канал, дабы увеличить размер своих гениталий. Подкасты будут выходить по мере того, как будет набираться достаточно интересных новостей, о которых у меня будет желание высказаться. Ждите следующего видео и не пропускайте стримы. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Всем жестких респектов. Йоу! Здравствуйте, Артём. Если честно, я понятия не имею, зачем вы меня об этом спрашиваете и рассуждаете на эту тему. Короче говоря, все это сложный вопрос решать. Что тут является верным, уж точно не вам с вами. Не вам с нами. Блять. Кем вы себя возомнили и для кого вы делаете вообще подкаст? Такая, когда разработчик переходит грань, выпускная подобное явно... И для кого вы делаете этот подкаст? У нас выстрелит за подобные суждения, рассуждения. Вы бы давно уже получили по лицу, а может быть, сами были бы... Ну, того, короче.